продолжаем говорить на самые интересные и важные темы. Сейчас у нас в гостях Николай Бамбуляк, председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым. Николай Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Федорович, как обстоит сейчас дело с адаптацией Государственной ветеринарной службы Республики к новому российскому законодательству? Ну, адаптация, я вам скажу, что она идет успешно, и практически мы уже сформировали в целом службу и адаптируем ее к российскому законодательству, и также решаем вопросы всесторонние. Значит, это и вопросы заработной платы, и вопросы получения необходимых ветеринарных документов строгой отчетности, которые на сегодняшний день уже мы получаем из Москвы. Значит, поэтому в целом работа продолжается оперативно и плодотворно. Но хочу сказать, что в настоящее время сформирован Государственный комитет ветеринарии Республики Крым. И на сегодняшний день уже принят закон о ветеринарии Республики Крым. Наш закон, который позволит службе регламентировать свою деятельность и опираться на него в своей деятельности. Также принято положение о Государственном комитете ветеринарии Республики Крым. Ну и нарабатывается ряд документов нормативно-правовых, которые будут также обеспечивать нормальное функционирование службы. Ведомство, которое вы сейчас представляете, оно по существу изменило свой статус. Вот какие задачи в эти дни перед вами поставлены в краткосрочной перспективе? Как изменилась структура этого ведомства? Задачи службы, они, в принципе, в общем-то, существенно не изменились, потому что вопросы ветеринарии, значит, они, в принципе, стоят в различных странах и регионах приблизительно одинаково. И, в общем-то, и болезни, они одинаковые для любой страны. И поэтому в этом отношении главная задача службы на сегодняшний день обеспечить стойкое эпизоотическое благополучие на территории Республики Крым. И для этого мы проводим различные профилактические мероприятия. Это вакцинацию животных и птиц, это диагностические исследования на различные болезни, это лабораторная диагностика в целом, допустим, по определению болезней, значит, это лабораторная диагностика по исследованию на безопасность пищевых продуктов. И это проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках Крыма. И ряд других задач, которые стоят перед службой. Поэтому в этом отношении хочу сказать, что в настоящее время эпизоотическая ситуация, она контролируемая на полуострове. У нас имеется несколько болезней, которые характерны и для других регионов Российской Федерации. Значит, это из особо опасных, это бешенство животных. В настоящее время у нас 5 случаев бешенства за период 2014 года. Значит, также имеет место лейкоз крупного скота, лептоспироз. Значит, но эти болезни, они контролируются, своевременно выявляются и принимаются меры к их, значит, ликвидации. Ветеринарным надзором на полуострове по существу сейчас две службы занимаются. Одна ваша и Россельхознадзор. Вы не дублируете друг друга в исполнении обязательств своих функциональных? Да, в настоящее время, значит, имеется субъектовая служба, то есть служба, которая входит, значит, в структуру исполнительной власти Республики Крым. Значит, это Государственный комитет ветеринарии и еще 29 учреждений. Значит, это районные городские лечебницы ветеринарные, значит, а также региональные, межрайонные и районные лаборатории. Значит, в этом отношении фактически весь круг задач, который решается в ветеринарном отношении, он лежит на субъектовой службе, то есть на службе Крыма. Значит, Россельхознадзор, значит, он также имеет полномочия, федеральные полномочия, и которые включают, значит, это в первую очередь осуществление государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора на границе и транспорте, значит, и также
также внутренний надзор. Значит, но в настоящее время правительством Российской Федерации принято решение о передаче части полномочий именно на территории Республики Крым, города Севастополя, значит, субъектовым службам. Значит, и эта задача сегодня, она решается по передаче этих полномочий. Значит, ну а Россельхознадзор, он будет контролировать исполнение этих полномочий, значит, и также отчетность и в тех вопросах, которые связаны с передачей полномочий, нами будет, в общем-то, производиться и отчитываться мы будем перед Россельхознадзором Российской Федерации. Вы начали говорить о распространенных среди животных болезнях. Насколько вот крымские животноводы сейчас и владельцы животных домашних защищены от распространенных болезней, начиная от птичьего и свиного гриппа, заканчивая вот бешенством и теми заболеваниями, о которых вы сказали? Ну, как я уже сказал, что у нас нету таких ситуаций эпизодически опасных. Да, очаговые инфекции. Вот 5 случаев за практически 8,5 месяцев. Это в этом случае нужно, необходимо нам что? Своевременность информирования, вот если по курсу там, или значит, людей, или животных, допустим, чтобы служба знала, допустим, и мы могли определить, допустим, это животное и поместить его на передержку. Да. Передержку, совершенно верно. Мы должны понаблюдать, значит, есть ли клиника, проявится ли клиника бешенства в этом животном или нет. Значит, мы в этой связи довольно плотно работаем с медицинскими службами, ну, в первую очередь Роспотребнадзор на сегодняшний день на территории Крыма, и информируем их о результатах. Значит, они в свою очередь принимают уже меры, значит, к тем людям, которые потерпели от укусов. Значит, ну, в большей степени, значит, это клиника бешенства не подтверждается, но 5 случаев мы имеем. Из этих 5 случаев основными, значит, распространителями данного заболевания являются лисы. 4 случая лисы и 1 случай там домашнее животное. Поэтому в этом плане эта работа зависит, эффективность работы зависит от слаженности взаимодействия, значит, и владельцев животных, и ветеринарной службы, и других служб, которые позволяют оперативно прореагировать и провести необходимые мероприятия. Процедура ветконтроля и ветнадзора сильно отличается вот теперешней от того, что было в Украине? Значит, процедура сама, она не сильно отличается, потому что в этом отношении, как правило, значит, те требования, которые были еще при Советском Союзе, они были, у нас было единое законодательство ветеринарное, значит, и из того законодательства, собственно говоря, страны постсоветского пространства, значит, они формировали свое законодательное поле. Поэтому сказать, что там существенные изменения есть, нельзя. Значит, но есть, конечно, требования, значит, особые, допустим, при контроле за продуктами животного происхождения, поскольку значит, Российская Федерация, значит, одна из стран таможенного союза, значит, и грузы перемещаются по этим странам, значит, там свободный доступ перемещения, значит, это, поэтому в этом отношении, значит, и отрабатывается новая нормативная база, которую мы сегодня изучаем. У нас мы провели уже первый этап семинара, трехдневного семинара еще в мае месяце, где были представлены все наши структурные подразделения. Значит, и вот сейчас в октябре мы будем проводить второй этап, тоже трехдневный семинар. Это семинар и в то же время повышение квалификации специалистов. Поэтому приезжают специалисты из Москвы, из других регионов Российской Федерации. Значит, и также мы проводим конференции в интернет пространстве, значит, и отвечаю сразу же на поставленные вопросы. Поэтому идет планомерно
работы, обучения, значит, и чтобы мы как можно быстрее вошли в это поле, правовое поле Российской Федерации. В таком случае, Николай Федорович, удачи вам в работе, спасибо за ваши ответы.